Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. На канале «Томаты больше, чем любовь» Светлана Чернова. Живу я в Чувашии на Средней Волге. От моих подписчиков, от гостей моего канала поступают вопросы. Все в комментариях ответить тяжело, так сразу с разбегу. А я подумала, открою я свой журнал сезона 2022 и прямо по списку и пойду, что, как, на какие вопросы отвечать. Вот один из последних вопросов Галина мне задала. Я не ответила, так думаю, сейчас вот с разбегу открыла журнал и решила ответить на вопросы. Какие крупные томаты от коллекционеров понравились? Вот и пойдем. Все семена у меня этого года и часть 21 года вот в этом сундучке. Отдельно храню, потому что как от коллекционеров они свои семена делаю, а потом уже сравнивать, что они дали в первый сезон, что дадут потом. Вот потихонечку начнем. Вот у меня тут первый стоит роза Ташкента. Открываем сундучок. Это как ребенок, открываем сказочный сундучок свой. С какой любовью я открываю, и прям у меня вот, ах, это для меня это вот такая драгоценность. Роза Ташкента. Почему-то мы свои фотографии вот ленимся ли делать, съемки делаем. Роза Ташкента, я выписала его. Выписывала, конечно, в 2020 году, вот посадила только в 2022 году получилось. Что с ним приключилось? Там он замерз, вот тут в уголочке он стоял. Вся макушка замерзла, ну, думаю, все, роза Ташкента пропала, ну, хорошо, думаю, в другой теплице есть он у меня. И что он выжил, хороший он куст набрал, ствол, куст такой мощный, сильный, пасынки, естественно, дают хорошие, но Ташкент, так это, конечно, наверное, вот для теплых южных мест. Но мы тоже же хотим такие мясистые большие томаты вырастить. Сладкий, вкусный томат мясистый. И дал он такие выровненные вкусные томаты. Естественно, вот роза Ташкента понравилась. Дальше идем. Прозорливый колдун тут же был, тоже крупноплодный, но не плоскоокруглый, прозорливый. Но у меня далеко он лежит, я все тут разбирать, конечно, свой порядок не смогу. Дальше идем. Так, что я только буду говорить от коллекционеров. Оранжевая клубника. Очень хорошая была клубника. Большие такие оранжевые томаты. Почему-то я мне показалось, что я много сделала семян. Однако и много людей спрашивала. Я разослала, сколько было. Но себе оставила несколько семечек. В этом году придется повторить его на... Дальше. Очень мне понравился сорт «Зардевшаяся невеста». Вот такой румянец. Ну, у меня семена только. Ну, вот спрашивают, что, где что. Так. Ну, вот тогда придется вот тут, поэтому быстренько назову, а потом отсюда буду показывать, что осталось. Дальше. «Зардевшаяся невеста». Рубиновый сюрприз. Но рубиновые звезды у меня были, вот тут росли, и рубиновый сюрприз. Честно скажу, рубиновые звезды понравились больше. Вкуснее томаты, слаще. Рубиновый сюрприз, я подозреваю, чуть рано мы дегустацию сделали. И они оба сорта хороши. Вот такие томаты были. Выровненные, красивые. Семян, естественно, очень много сделала. Рубиновые звезды и рубиновый сюрприз. Крупные, хорошие томаты. Бренди Вайн Садут. Тоже прекрасные томаты. Вкусные, сладкие. А рубиновые звезды и рубиновый сюрприз. Красные томаты. Плоскоокруглые. Бренди Вайн Садут. Выращивала я их по 2 ствола. Вот тут рубиновые звезды, потом даже третий ствол пошел. Но уж так получилось, как говорится, не успел, так это уж моя вина, а не вина сорта. Бренди Вайн Садут тоже 2 ствола, тоже очень сильный, крепкий куст, сильная корневая система, и сам куст очень такой сильный. Дальше. Вот тут 2-килограммовый у меня рос, но
томатов было действительно по урожайности меньше, куст не такой высокий, но очень действительно крупные томаты. Созрел, конечно, позднее намного других, но вот это, наверное, свойство сорта, 2-килограммовый, тоже семена много сделала. Дальше, ну тут у меня минусинские еще сорта были, я о них уже отдельно обзор сделаю, здесь не буду говорить. Дальше, из выписанных сортов, как хорошо вот журнал есть. А я думаю, какие же мне от коллекционеров, вот первый вопрос в лоб. И я расти, а открывай журнал, и все стало на свои места. Вот вижу, вот этот томат выписан, вот они тут у меня сидят все. И годами вот эти у меня все. Вот этот журнал, значит, был в 2020 году. 2021, 2022, 3 года вела. И у меня уже новый журнальчик, сейчас не поленюсь. Еще больше. Это вес так вес, ого-го. В этом году начну. А ведь как удобно. Я не к тому, делайте так. Каждый делает так, как мне удобно, я делаю. Пошли дальше. Дальше. А вот Король Кинг, тоже крупные томаты, красивые. Дедушкино петрушиное перышко, сердцевидные томаты, очень вкусные. Выписаны это. Вот я только здесь то, что у меня от коллекционеров. Ни магазины, ни свои. Дальше. Варлон, хорошие, крупные, вкусные томаты. Дальше. Бычье сердце бабушкино. Ой, очень многоплодный. Он у меня, наверное, 3-4 ствола рос. Очень сильный куст. Но там и написано, что его не надо в 1-2 ствола. Я сначала так его старался, а потом, думаю, прочитаю. Прочитала, действительно, его надо 2-3 ствола. Он у меня в 4 рос. Рядышком у меня рос бычье сердце рыбного озера. Прекрасный сорт. Тоже сладкий, вкусный томат. Вот они рядышком росли, вот эти 2 бычьих сердца. У меня заходил в теплицу, и душа радовалась. Смотрела, вот такие вот томаты зреют на них. Очень хорошие. Дальше. Бычье сердце ананасное. Не скажу по крупноплодности. Тут можно разделить даже крупные плоды и, как говорится, по вкусу, которые дают все. Бывает вот и вкус, и цвет все дают. Но таких томатов, как говорится, не так много. Дальше. Вот тут у меня рос Казахстан. То же самое. Очень крупные томаты. Так, Казахстан. Мне его моя подписчица прислала. У меня здесь его нет. Мне Оксана Николаевна присылала. Спасибо, Оксана Николаевна. Хороший сорт. Дальше. Мамонт. Тоже самый очень хороший сорт. Дальше. Из выращенных в этой теплице, по-моему, все назвала. Ну, вот тут у меня и минусинские сорта. То есть, ну, и теперь вот тут по порядку. Раз уж вот тут оператор говорит, покажите. Польская слива тетушки Сварло. Сварло или Сварло, я не за ударение не берусь. Медовый король был. Вот фотографии до сих пор не сделали. Свои семена с 20-го года. Очень хороший томат, крупный, сладкий. Дальше. Вот прозорливый колдун. Побольше фотографий есть, не вытащила. Дальше. Гигантские сердца Тисмана сказано. Ну, они у меня почему-то гигантскими не выросли. Мелковато. Свои семена сделала? Посмотрим. Вот дедушкино петушиное перышко. Микадо Сибирика. А вот тут он у меня рос, я его забыла. Хороший сладкий томат. Такие вот, ну, 300-400 граммов достойные томаты. Конечно, простите, у меня своих фотографий нет. Вот тут вот хорошо их хранить в сундучке. Вот он, Король Кинг. Так, из этих. Вот сердце Ашхабада. Вот тут он. А у меня он другой теплице рос, поэтому забыла. Вот тут ведь пока нас не сдвинет оператор. Так. Ну, вот ананасное бычье сердце. Сладчайшее, вкуснейшее. Вот бычье сердце бабушкино. Так, что же еще есть? Бычье сердце рыбного озера нету, вот 2-килограммовые. Семена есть, а что вот семена показывать, а фотографии, замечания кому, ко мне, фотографии будем делать в этом году. Так, очень мне понравился, ну не скажу, что он
плоскоокруглый, сердцевидный. Он перцевидный, наверное. Очень красивый томат. И по вкусу неплох. Хуга, если можно вот показать. Тут семена я вытащила, чтобы видно было. Ну вот и дальше штабелями семена, семена, семена. Все. Если ответила Галина на ваш вопрос, все. Если интересует, задавайте именно конкретно по этим сортам. Конечно, я только по одной теплице сказала. У меня 5 теплиц, поэтому в 3 теплицах растут томаты, даже в 4. И там и от коллекционеров, естественно, есть, и магазинные семена, и свои семена. Вот так у меня обстоят дела с крупноплодными томатами от коллекционеров. Пока-пока.